Можно на скорости просто ехать, и машина инерцию еще имеет. Я же говорю, вот это я уклонился, вы видели? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Артик и Тучка, Гусанек, Фуфлик, Форум, Арара, Фриз, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Привет. Алам алейкум. Всем привет. Ребята, сегодня у нас очень классное выживание. Я буду пытаться пацанов сбить на машине, а пацаны будут мне мешать тем, что будут кидать мины на землю. И когда я наезжаю на мину, она сразу взрывается. Давайте вам покажу. Вот таким вот образом. Начинаем. Надеюсь, я кого-то первого убью. И он будет вместе со мной гоняться за другими. Смотрите, я уже первого жертву вижу. Ну, давайте надо щекату выкидать. Так. Давай, на меня. А, машина мне не взорвалась! Есть, смотрите! Ну что, Гусанёк, попался? А что ж ты хотел, ребята? Это вы думали, будете долго выживать? А, видите, на мину не наехал, хотя было очень близко. Так, Гусанёк, давай, бери машину, будем вместе. Меня давай. Так. Опа, они прям под колеса кидают мне мины. А я, видите, объезжаю их просто. Ой. А мы убили еще одного. Так, теперь нас уже трое. Отлично. Ну что, да это все будет как-то быстровато получается, но будет дольше. Так. Погнали. А мина не сработала. Видели, она не сразу активируется. Она падает, еще какое-то время надо полежать, чтобы активироваться. Газуем, газуем, газуем. Люблю эту машину. Вообще любил эту машину в Сан-Андреас, она очень крутая. Давай, 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 сбивай. Ой, блин, я думал, что он мину мне под ноги кинет. Под колеса. Так, смотрим, что он делает. Опа, еще раз взорвался. Тихонечко, тихонечко. О, туда его. Еще, а, это уже наш. Так, 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 осторожно, осторожно. Да что ж вы делаете? О, а, Фуфлик, ты что, издевайся? Я всегда радуюсь, что кто-то его убили, а это ты. Ой. Красиво, Арара, молодец. Красавелла, брателла. Это было рядом. Пацаны, старые машины свои удаляйте, чтобы Гаррисвот не вылетел. Потому что Гаррисвот любит вылетать. Очень. Так, 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 я вижу, где кто. Полетели. Вот, вот, вот жертва. А! Блин, мгновенная смерть. Так, удаляем машину. Чинь, садимся. О, давайте удалим эту машину. Перевертыша. Эй, под колеса не кидай. Ого, вы же мину бросали, это очень много. Ай! Блин, я хотел проверить, возможно ли мину пропустить между колесами. Нет, это так не работает. Удаляем. Блин, тогда у тебя получалось. А, получалось, да? Да, у тебя получалось. Ой, ой, я знаю, что надо сделать. Ребята, здесь машину можно поднять. Давайте мы затем изменить свойства. Тут есть такая фишка. Да, то нельзя на GTA San Andreas. Не, вот, смотрите, я под... Ладно, ладно. Долгая песня, но быстрая смерть. Так, поехали. Знаете, просто надо ехать, чтобы кто-то впереди мины разминировал, а второй врезался. Вот, смотрите. Ох, я отфутболил мину, она не взорвалась. А. Давай, иди сюда. Я тебя убью. Есть. Есть. Нет. Форум, ты чего? Я думал, ты будешь помощнее. Я хотел. Ну что, мы всех сбили или нет? Нет, там еще много. Ой. Вижу, 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 вот. Иди сюда. Эй. Так, пацаны, я буду за вас машину удалять, раз вы не можете. Полетели, полетели. Так, они что, там все позашкеривали? Кстати, можно прям полосу из мин выбросить и никак не заехать, не убить. Буду деактивировать мины. А что, я думал, все взорвутся, взрывается только одна. Лови минку. Ой, жопа горит. И не проедешь. Станет. Так, 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 вижу, 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 вот. Сейчас я его собью. Есть. Артик слился. Красавелла, брателла. Довольно-таки неплохо мы тебя замочили. Вот еще один. Я тебя придавил прям жестко к стене. Ну что, мы всех убили? Нет. Ой-ой-ой. А теперь всех, да? Нет. Нет. Или да. А ну давайте перекличка. Кто еще не сбитый был? Фриз последний. А мы его уже сбили. Нет, он живой. Он живой? Где? Вот он бегает. А вот он, реально. А, ну все, мочите его. А он в читерную нычку залез. А где ты читерная нычка? Он за нашим спауном. За нашим спауном. А туда можно заехать? Вы чё? Да.
главное, чтобы первый кто-то вышел, регенерировался. Он что, забросал все проходы? Да. Да. Не проедете. А, он там, где проходу там? Так не, мы туда не попадем, выходи. Ладно. Так же нечестно наполовину, я могу фары включать? О, фары можно включать, я же забыл. Ближний, дальний. Ну я побежал, до свидания. Все, пацаны, где он? Давайте инфу. Возле воды. Возле воды, побежали. Так, так, вижу, вижу его. А, мина. Ой, у меня машина горит. А что будет, если машина долго так горит? Она не взорвется у меня, не? Не, она не взрывается. О, а не, это форум. Я думал, фри взорвало. Есть. Удар болит. Все, фриз. Ну что, раз фриз у нас был последний, он начинает раунд номер два. Пацаны, запасаемся минами. Ой. Ты специально, я понял, отомстил мне за эти разы. Так, пацаны, выдаем себе побольше мин. Ну, мы готовы. И фриз, если готов, можешь начинать. Так, я знаю очень классно. Пацаны, поднимайте все сюда наверх. Где я сейчас стою, вот на углу. Все, и бросаем вот так просто мины. Он сюда, когда будет подъезжать, мы ему просто не дадим. Вот так мины понабрасываем здесь. Под него, да, прям бросайте. Главное, что, когда он взрывает мину, держаться от нее подальше, потому что взрывом будут убивать. Смотрите, сейчас взорвется. Ой, красиво. Так, бросаем мины вот тут, все, да, забрасываем весь проход. Это тактика была, я еще с того раза хотел так делать. Я думал, вы догадаетесь. Так, здесь бросаем. Здесь бросаем. Отлично. А, хорошо, что ты сказал. Спасибо тебе. Еще чуть-чуть я бы умер. Ха-ха-ха, лошара. Вылетел. Красиво. Блин, хоть хорошо, что ты мне инфу дал. А так бы я умер. Вот это я взлился бы сейчас, если бы умер. Так, пацаны, вот так на палке встаешь. Ха-ха-ха, вылетел. Гусенек, у тебя, короче, какая-то судьба умирать постоянно. Давайте, кто первый, тот и начинает раунд. Не-не-не, вот уже все, уже двое, давайте. Я хочу, что. А мины исчезают, когда мы кидаем следующую, да? Да, если вы могли кидать следующую. А, ну это хорошо. Это хорошо, потому что там гаррисмод бы уже вылетел от количества мин выкинутых. Дима, только 3 мины можно забрать. Я понял. Тогда надо их тратить с умом. Едет к нам, забрасывайте вот здесь мину. Отходим, чтобы не взорвалась. Так, и вот там, да, кинули? А, все, валите, он сейчас А! Он застрял! Упал вниз! Эй! Я перепрыгнул в машину! Это было эпично, ребятушки! На тебе! Ой! Я думал, взрыва меня. Ой, еще один умер! Фриз! Нет, так фриз был! А, фриз был. Я ж забыл ты уже. Еще не убиваешь. Ой, красиво колесо отлетело. Эпические взрывы. Пацаны, удаляйте машины. Так, летит на... Красиво. Пацаны, в этот раз мы лучше, да, играем, чем в те разы? Первый раунд был пробный. На, тебе прям мину ему, на. Ой. Ой. Это было очень предсказуемо, что ты взорвешься. Так... Хорошая тактика здесь стоять. Блин, я горю, жопа, не гори. Все, жизни не тратится. Ой, тратится жизни. Что за поджигательная жопа у меня горит? А, все. Красиво не падает, мне нравится. Вот это эпический у нас ролик сегодня. Так что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то эпическое. Бога не первый побежал. Так, ждем. Мы тут поминировали все, что можно. Он не доедет. Он не пройдет. Смотрите. Бум. Колымагу забирай свой, мы на металл сейчас дадим. Опа, едет. Опа. Ого, взрыва у меня жизни отняло. 27 хп. Так, ребята, тебе надо очень осторожно играть. Очень осторожно. Ой-ой-ой. Еще чуть-чуть бы избил меня. Так, кидаем мину. О, мы полекались. Спасибо, кто меня полекал. Ой. Вот это они тут взрываются и взрывают. Короче, здесь самая лучшая тактика для выживания. На тебе мину. А можно мину сильно зашвырнуть или нет? Она только под ноги, да, падает? Только под ноги, да. А что делать, если я... Опа! Сейчас взорвется, смотрите.
Классно. Он не увидел мину, наверное, потому что была на склоне. Я увидел, я думаю, увидел? Поеду. А, ну, давайте, хорошие давайте. Мысли у тебя. Очень. Так, где они, где они? Ой, еще раз. Толкаю. Пацаны, давайте перекличку, кто еще живой? Я живой. Я живой. Так, нас еще 4 на 4 поделилось. Да, да. Короче, ребята, я выхватил еще тактику. Заходите ко мне сюда в здание. Мы можем вот так заминировать здесь проходы, и они не проедут. Отличная тактика, отличная. И вот здесь вот. Вот это классно, твой трупейшн прилетел. Опа. Что там, застрял? Кидай его прямо на голову, мину. Машина голимая. Голимая машина, правильно. Какой хозяин, такая машина. Ого, ты че улетел? Че это было за баг? А как такое может быть, что ты так улетел? У тебя 10% жизни все равно потратится. Ты мне тут проход закрыл. Так. Где он? Вы тут прячетесь, что так вас не можно убить. Опа, отлично, там можно, я же первый раз всех убил. Да пусть они все бегали, а вы тут его посидите. А я к вам. А так нечестно мины бросать. Они так не активируются. Они так не такой срок активируются. Нет, если память активируется, то тоже. Опа! На, попей. Опа-па! На, красиво! На! На склоне тяжело управлять. Так, пацаны, хорошо, выживаем. Отлично, пойдет. Летит. Ой-ой-ой, красиво ты на мою мину наехал. Я застрял. Давай мы тебе поможем, на. Ой! Ой-ой-ой! У меня жизни мало осталось. 16 жизней. А нет, 27 жизней, уже не туда смотрю. Так, надо петлять подальше. Ого, ты псих. Сюда иди, человек-паук. Отлично, отлично, ребята. На, опять на моей мини взорвались. Красавчики, пацаны. Уважуха вам. Ты меловой чаук? Опа, тикай, тикай, тикай. Не надо. Кидай, кидай, кидай туда мины. На пупы. Как туда заехать-то, буквально два выше прибежите. Да легко заехать, легко. Он же заехал как-то, он бы не взорвался на мине. Ой, он там. Сейчас я обойду, пацаны. Так, машину удаляйте, не можем пройти из-за вашей машины. На, еще один. Это я их удаляю. Пацаны, нажимайте Z-ки. Z-ки нажимайте. Я нажимаю еще не. На. А где он? А он там? Он там в здании, он в здании где-то. В здании где-то бегает. Кто на вездеходе, уйдите. Ой-ой-ой! Блин! А! Ну нафига я подошел? Ура! Ну нафига? Блин, ну эпично выживал. Так, пацаны, давайте перекличку. Кто еще живой? Форум. Форум? Где Форум, он? Ну что, давай, если ты 2 минуты повыживаешь, будет у тебя лучшее выживание. Окей. О, Дим, я с тобой еду. А где он, пацаны, инфу дайте? Где у меня скинка? Он капхэта. Капхед, а, ну кстати, он хорошо играет за капхеда, я понял. Я не на капхеде. А на ком ты? Я покемон. А где покемон у нас? Да, он. Где? На воде. Летим к нему. Психи летят. А все, они не убили его. Ай, мина, а я думал, это колесо. Че фуфли убит машину? Так, пацаны, я его не вижу, где он? Поди, а вон он. Опа. Он плавает тут, да? Нет, он там на краю стоит. Мины закидывает. Он над водой. Да, он над водой там стоит. Ага, я понял, за кого он играет, за 4-ногого покемона, вижу. Да. Все, пацаны, давайте окружаем его, сейчас его убьют, смотрите. А не, живой. Росавелла, хорошо играешь. Ай. Я в шоке, еще до сих пор его не убили. Представляете, какой хороший игрок попался? Ой,
я его... Все. Я его не заметил. Молодец, форум. Так, ну что, форум, давай, будешь начинать. Окей. И сейчас, Дима, я третий раз первый умираю. Вообще классно будет. Да, представь, сейчас Санёк опять первый умрет. Я бы угорнул. Скажешь, когда будешь готовый. Смотрите, сейчас красиво. Ой. Фу, хорошо, что не гусь Санёк, было бы вообще смешно. А, ну все. Так, летит, летит. Ты специально поддался? Да, чтобы никто другой был. Пока. Это было прикольно. Так. Ждем, ждем, пацаны. Ой. Что было? Нет, там кто-то на спавне вылазит, тут туда нельзя. Эй, не, туда можно наверх, туда можно по ступенькам заехать же. Так он же не там все расстреляет. Пока. Ага, пока. Поэтому можно. Сейчас он взорвет. Не стой возле мина, он взорвется сейчас. Пока. Ха, я говорю пока, ты мне не верил. Дима, ты видел, как я мансовал? Красиво, красиво. Только я этого не видел. Так, попытка номер два к нам подъехать, пацаны. Ой. Да что такое? Что у тебя там не получилось? Есть. Арара, что-то у тебя там не срослось. Так, еще один едет. Ждем, ждем, ждем. Они сюда едут все. Там взорвется, смотрите. Постой, на огне у тебя движок уже загорелся. Бам! Ой. Форум! А, так ты взрывом его убил? Арара, короче, разминируй бомбы, и я проеду. Давай, Арара, мы в тебя верим. Можно на скорости просто ехать, и машина инерцию еще имеет. Я же говорю, вот это я уклонился, вы видели? Это было эпично, ага, говорю, что инерция есть. Чё ты не попался на этой фишке? Убил! Убил! Пацаны, мы с каждым разом все меньше и меньше остаемся. Ничего, затащили. Ничего, я уклонился, он сейчас опять хочет эту фишку сделать. Ой. Смотрите, смотрите. О, это было эпически, давай дальше. О, здорово. Ой-ой-ой, вот это мы поминировали здесь все. Не, ну прикольное выживание с минами. Такое что-то новенькое хочется снять. Да. Так. Аккуратно, да, аккуратно, пацаны. Как он сейчас проедет? Мне интересно. Я заминировал, так что все. Он не проедет, пацаны, он там не сможет. Нельзя. Бум. Взрывом жизни не отняли, не? На, только я слышу взрывы. То там взрываются. Класс, оттуда. А, блин, блин, ара-ра, ну красавчик, молодец. Красавела, брателла. Я, блин, не смотрел, реально постарался. О, сосиска, привет. Привет. Вот еще один выживший. А, все, я остался. Нет, я еще остался. Не, вон еще. Остался. Трое, трое осталось, пацанов. Ой, осторожно, ара-ра. И, блин, это было рядом. Тут кто-то, пацаны, запаску потерял. Ой-ой-ой, мимо! А было бы хорошо, если бы сбил бы. Еще фриз остался, фриз. Давай, давай, я его внизу буду ждать. Ой, на мин! А че мина не взорвалась? О, реально. Это странно, смотрите, мина не взрывается. А может, когда медленно проезжаешь, она не взрывается? Давайте проверим, вот я медленно буду ехать. Если ты медленно проезжаешь, она взрывается в большом случае. А нет, смотри! В большом случае она не... Ай! Не взорвалась! Так это может быть заспавленная мина, а не кинутая. Кто еще остался? Думаешь? А, ну да, ты, наверное, заспал. Давайте сейчас вот так проеду. Да, это спавненная мина не взрывается, пацаны. Вы зря только их накидали. Так мы же в одной команде, ты что делаешь? Ой, ой. Ого, как это так-то? Что за новые приколы у тебя там? Саня, так сюда что-то нельзя. Братцы мои, помогите мне выехать. Я еду, помогаю тебе. Ой, спасибо, Дима. Анима, за что? Так, давайте еще раз. Кто живой? Саня. Ты, Санек, один остался? Да. Ну что, давай, если продержишься 2 минуты, будешь победителем. Хоть не сюда, не долго. Прям на мину упал. Эй, ты, минобросальщик. Где? Ой-ой-ой, красиво. Где он? Вот он, вот он, возле воды. Одни колеса отлетают только. Ой, сори. Ой-ой-ой, ничего страшного. Эх, блин, еще чуть-чуть бы избил его. Давай, давай. Все за ним, все за ним. А, блин, обманул всех, хитрый гусь. В воду заехал. Так, придется машину удалять. Так, берем опять свою любимую машинку. Вот, пожалуйста,
Так, гусанек, давай, скоро минута будет, как выживаешь. Ух ты что, вы видели? Еще б чуть-чуть бы. А ты смотри, хитрая жопа. Эх, так хочется его взбить. А! На мину наехал. Подловил, сбил, хорош. Сбил. А, не сбил. Не сбил, блин, я так обрадовался, что ты его сбил. О, давайте вот эту возьмем машину. Она будет побыстрее. О, вот это скорость. Так, давайте, жду его внизу. Вижу этого подлеца. Есть! Ребята, ну что, не продержался он 2 минуты. Мы его сделали. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Вот это эпический взрыв в конце. Ага. Да. Ага.